В Хабаровском дворце спорта открылась японская выставка товаров прибрежной торговли. На выставке широко экспонировались электронные приборы для поиска косяков рыбы и различные рыболовные оборудования. Привлекали внимание сети из химических волокон, обладающие исключительной крепостью, а также разнообразное снаряжение рыбаков. На выставке между советскими и японскими торговыми организациями были заключены взаимовыгодные соглашения.